В 2018-м проблем с отходами должно стать меньше. Наболевшую тему городские и региональные власти обсудили в мэрии на совещании с главами муниципалитетов и управляющих компаний. Александр Шабатинский, который теперь отвечает за жилищно-коммунальную сферу в Ивановской области, подробно рассказал о комплексе мер по наведению порядка в сфере обращения ТКО. Понятно, что этот план не является 100% решением всех проблем, но, по крайней мере, это на ближайшие полгода конкретные перечень мероприятий для того, чтобы понять, что в этой сфере происходит, какие ошибки. Сегодня Ивановская область является пилотным проектом, поэтому, естественно, бывают ситуации, когда мы идем не по проторенной дорожке, и сегодня трудно определить, что правильно, что неправильно. Главная задача, поставленная губернатором, снизить финансовую нагрузку на население. В первую очередь, мусорные квитанции не должны ударить по социально незащищенным категориям граждан. Теперь для многодетных семей предусмотрены льготные условия оплаты вывоза мусора, а ивановцы с низким доходом могут рассчитывать на коммунальные субсидии. Краеугольным камнем реформы ТКО, которым несколько месяцев назад заинтересовалась прокуратура, стал тариф. Тариф на 2018 год утвержден в размере 86 рублей 54 копеек. То есть тариф снизился. В 2018 году тариф индексироваться не будет. Для удобства жителей регоператор откроет около 30 дополнительных пунктов выдачи бесплатных мусорных пакетов. Кроме того, обещают дооборудовать все контейнерные площадки, чтобы граждане видели, на что тратят их деньги. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.